Какой шанс даст мне судьба? Смотрим. Итак, вас ожидают многие встречи со многими людьми. Это будут дамы, это будут кавалеры. Посмотрите, вам придется выстраивать как-то отношения по-новому, потому что у вас будет некое желание, знаете, вот как в ступоре вы стали, и сложится такая ситуация, что вот сидел я, сидел и не знал, как мне общаться с человеком. Придет некая ситуация, и вам придется, ну как, с человеком сесть за круглый стол. И это будет для вас удачной возможностью. Кто-то помирится и придет к консенсусу. И это всегда очень хорошо. Будет у вас новые какие-то дорожки откроются для ваших начинаний. А кто-то будет, посмотрите, может быть, отказываться от любви.